Привет! Я Робик, и это мой робо-влог. Друзья, думаю, что среди вас я найду тех, кто меня хорошо понимает. Потому что я очень люблю играть в компьютерные игры. Да, в стрелялки, бродилки, квесты. Это ведь суперинтересно! Вау! Но как-то я понял то, что полностью все компьютерные игры не сравнятся с играми, в которые мы можем играть со своими друзьями во дворе, в парке, в лесу или поляне на стадионе. Ведь это круто взять, например, и вместе построить шалаш. Или разделиться на отряды и стать индейцами. А еще можно играть... Прятки! Конечно! Хорошие игры, в которые мы играем на телефонах, планшетах или компьютерах, тоже важны. Но пусть они не мешают нам играть в игру, которая называется «Жизнь». Ведь в ней столько уровней, которые нужно пройти с друзьями. Делитесь в комментариях тем, в какие игры вы играете. А пока... До встречи! Па-па!